Привет! Привет! Мы на канале Умарисали. Сегодня будет гулять. Мы будем гулять в парке Слёдскоген, да? Смотри, как красиво тут. Пойдем сейчас посмотрим. Зверюшек. Пингвинов. Идем, пошли наверх. Так красиво, все зеленое уже, да? Где наши уточки? Уточки, просыпайтесь. Вон одна уточка спит. Спят уточки еще. Туса кричит, уточки, просыпайся. Пошли, Салли. Все тут спортом занимаются. Я Марс, Салли тоже спортом занимаются. Бегают по обочине. Ты, смотри, какие красивые цветочки, Салли. Красивые. Какие там есть цвета? Каких цветов цветочки? Желтые, да, розовые, голубые. Красиво. Давай, Саля, оденем резиночку и пойдем дальше, да? Понюхай, они пахнут? Вкусно пахнет, да? Ну хорошо, давай, идем дальше. Да? Ты где, Саля? Нашла Амуру? Три даже полностью. Да, тут не очень хорошо видно. Идем искать пингвинов. Пингвины. Очень красиво. Такая вода чистая. Да? Он, по-моему, спит. О, вот еще один. Их так много. Красиво. А тот все лежит, кушает там. Не, их нельзя кормить, Сусу? Они кушают свою еду? Очень красиво, их так много. Смотри, уточки спят прямо рядом с нами. А у меня есть хлебушек, мы можем их покормить. Покормим? Да. Сейчас даю хлебушек. Маленькие кусочки кидай. Маленькие, Сусочка. Маленькие, крошечки. Ближе, она не достанет сюда. Подойди к уточке, она там возьмет. Что ж вы одну уточку кормите? Вон две голодных утки сидят в воде. Вот той водички еще дайте. Уточки кушают, да? Они, наверное, уже наелись. Амура, не упади в водичку.
Все, скормили весь хлебушек? Еще там много зверей. Идем дальше, посмотрим других зверей. Красиво так тут. Да? Смотри, какой красивый водопадик. Видишь, Сали? Да. Классный, да? Но мы сейчас не можем ближе подойти. Идем пока пингвинов поищем. Идем. По камушкам. Ой. Вот мы пришли к нашему водопаду. Красиво, да, ма? Водичка холодная? Да. Да? Салли, только кофточку подними. Кофточку, рукавчик подними. Холодная? Смотри, еще один водопад. С горы течет ручеек. Написано не кормить зверей. Вон звери, смотри. Какие-то уточки. Очередные уточки или гусочки. Да? Сюда нельзя, тут забор, Сали. Идем дальше, смотри, как высоко с горы течет ручеек. Они не кусаются. Смотри, они все спят еще. Все пингвины спят. Ой, эти уже проснулись. Просыпайся. Смотри, он его тюхает за шейку, видишь? Ута, пингвины. Пингвины. Подъем, а этот вообще толстенький. Слушай, не кричи на пингвинов, у них будет стресс. А этот стоит в уголку. По-моему, он всегда стоит в уголке. Ой, он купается, смотри. Плавает. Купается. Такой смешной. Он так быстро плавает, да, Сали? Да. Как он к тебе придет, Сусу, если ты за забором стоишь? Он плавает, как метеор. Я не успеваю за ним следить. А ты на горе еще там сидят пингвины? Полотенце? Ты уже хочешь делать пикник? Да. Сали, ну мы еще даже лосей не посмотрели. Сейчас посмотрим лосей. Поднимемся на гору. Все, оставь пингвина, они не хотят. Они не хотят играть? Идем к кому? К лосям? Нет. А к кому? Мы потом пойдем к лосям, мы не хотят. Здесь на асфальте не сделаешь пикник, надо сесть на травку. Ну что, не успели дойти до лосей? Пришлось сделать пикник? Да. Перекусим, потом пойдем дальше, да? Да. Так красиво тут на травке. Что вы кушаете? Сосиски. Сосиски с хлебушком? Приятного аппетита, Сусу! Сусу! И утка тут с нами тоже. Хочет на пикник, да, утка? Да.